Привет всем подписчикам моего канала, с вами Карандашик. Сегодня мы будем смотреть дюб в Майнкрафте. Давайте сейчас я вам его покажу. Очень легкий дюб, нашел я его вообще недавно. Старые дюбы еще на 1.5.2 версии, так как я играю. Так, давайте, сейчас с самого начала азы. Что вам нужно для этого дюба? Вам нужен Майнкрафт версия 1.5.2, конечно же. И вам нужен нодус. Желательно нодус. Можно любые другие эти, где можно биндить команды. Как биндить? Сейчас я вам покажу. Так, закроем пока вот эти вот все вкладочки, они не нужны. Открываем клиент манагер от самого клиента. Заходим в bind editor, видите? Bind editor. Заходим мы в bind editor и вбиваем сюда свои клавиши, которые мы хотим. Там num1, вот видите, numpad. Я всегда на этих клавишах. Потом мы жмем edit. Вот у меня. Пишем сюда chat пробел slash home и нажимаем add. Добавляем эту кнопку. Выходим. И при нажатии на кнопочку 1 мы телепортируемся домой. У меня все уже забиндено, уже все есть. Что делать дальше? Что делать для дюпа? Для дюпа вам нужно всего лишь сделать в bind editor. Нужно ввести команду. Сейчас я вам покажу. У меня на троечке стоит и на четверочке. На троечке у меня стоит, смотрите, chat. Chat. Потом мы пишем slash. Ой, извините, slash написал. Пишем chat slash l. Ой, пробел поставил нечаянно. L. И пишем пароль. Все, тут должен быть ваш пароль. Любой пароль. Мой пароль, конечно же, замазан. Так. И жмете add. Все. Добавляете. Это кнопка для авторизации на сервере. Она вам очень пригодится. Чтоб самому не писать просто. Дальше. Заходим мы еще раз в bind editor. У меня на четверке стоит logout. То есть мы пишем chat. Ой, сейчас, подождите. Чат, пробел, слэш. Пишем log out. То есть выйти из игры. И пишем пароль, который вы вводили для регистрации. Все. Потом нажимаем add, добавляем. Так, дальше. Вот видите, сейчас. Давайте с инвентаря все выкину. Ничего у меня в инвентаре нету. Жму 4, вот. Ты вышел с сервера. Жму троечку. Ты в игре. Теперь, чтобы дюпать, нам нужно сделать такую штуку. Берем, пишем lvk drop transfer. Это все знают этот дюп. Моде забыл, извиняюсь. Drop transfer. Дальше пишем select. Select. И жмем по этому сундучку. Все, в этот сундук у нас влетают все предметы. Вот у меня есть предмет. Я его просто выкидываю. Он у меня появляется здесь. То есть, исходя из этого, мы можем сделать интересный дюб. Ребят, смотрите, как можно заработать денег на этом сервере. Берете блоки эмеральдов. То есть изумруда. Берете блоки изумруда. Открываем. И при открытии мы резко должны нажать 4. То есть, ну, у вас может другая какая-то кнопка. То есть мы должны выйти из игры. Вот видите, ты вышел с сервера. Мы должны резко это нажать. И зайти в сундук. Вот, я нажимаю сундук и нажимаю кнопочку. Вот, я вышел с сервера. Теперь жмем Ctrl и жмем Q. И выкидываем все это дело. У нас появляется все в инвентаре. Вот, бесконечно можно. Быстрее жмем, быстрее жмем, быстрее жмем, быстрее жмем, быстрее жмем, быстрее жмем. Теперь мы жмем на одну, выкидываем их в наш сундук. Выходим с сундука и нажимаем авторизироваться в игре. Забираем все это награбленное, наворованное. Заходим в Shop.
Идем. Продать. Заходим в стройблоки. Заходим на вторую страницу. И продаем. Продаем, 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 продаем. И денежек у меня очень много. Добавляется по 249 тысяч за продажу стака эмеральдовых блоков. Пишем money. И у меня 47 миллионов. На сервере это очень хорошо, очень дешево. Тут мне администратор по-тихому выдал свой регион. Я просто зашел такой, говорю, типа, да, я люблю строить, там, давай ты мне регион дашь. Он такой, на, и тут, короче, уже было это все построено. Я тут начал только строить какой-то домик непонятный. То есть, дюб всем понятен или как? Вы просто заходите сюда. Можно дюпать любую вещь. Я все дюпаю. Просто нахожу, у меня березы не было. Я нашел один блок березы и сдюпал его. Можно кирки дюпать. Все, дюпать можно. Дюп любого предмета. На 1.5.2 версии и желательно, то есть самое главное, просто заходите на каждый сервер, если хотите узнать, работает ли дюп или нет. Заходите на каждый сервер и пишите LVK. Все. Вам как только выдают вот такие программы, значит дюп будет работать. Так, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. Ага, вы купились, да? А пошутил, а кто отключился, тому не повезло. В конце же видео я сделаю вам сюрприз. Я поставлю один сундучок с надюкнутым, то есть раз, два, двойной сундук, заныкаю в какой-то сейчас координатор, который будет знать тот, кто досмотрел до конца. Ха. Так, давайте. Я вам положу туда. Ну, чтоб развиться. Давайте развиться. Давайте зайду просто в шоп. Куплю для моих подписчиков. Вообще пофиг, поскольку ты забираешь. Ну, я лучше сдюпаю. Мне. Так. И заходим. Дюпать, дюпать, дюпать. Что мы еще, ребята, вам сдюпаем? Что вам еще нужно? Золото. Золото, 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 золото. Яблочки золотые и опыта. Но опыт дается при старте. Такому скучно, кто мне тут пыхается. Так. Давайте сейчас залезем. Вот здесь у меня еще здесь есть сундучки всякие. Тут что-то все валяется, валяется. Что валяется? Я вообще не знаю. Такой бардак в сундуках. Я вот только их недавно поставил, а бардак уже был. Так. Давайте потом разберусь с бардачком. То есть, сейчас я надюпаю и отнесу на определенные координаты ресурсы. Ой, не успел, вот видите, не успел зайти в сундук. Так, дюпаю алмазиков, надюпаю золото, золото есть. Давайте еще золото надюпаю, вам ресурсы же нужны будут. Дом построить вам надо будет. Так. Давайте сделаем на два. Нет, на сундучок тогда получится. Так, и давайте, 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 давайте. Сейчас я надюпаю, прилечу на координаты, и мы продолжим это видео. Так, и вот она, эта беспалевная точечка. Вот здесь вот. Подходите, кустики по координатам. Давайте прям точно-точно по координатам. Не где сундук, а где все это находится. X минус 240, Y 65. Ой-ой-ой, зомби, 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 зомби. Пошел нахер, быстро. По координатам у нас x минус 240, y 65 и z 1723. Вы копаете просто вперед там где-то на, ну, пока не закончится булыжник. И все, ребята, сундук ваш. Что в нем, я не скажу. Я надюбал там, запихал специально для своих подписчиков. Кто смотрит мои видео и кому они нравятся, те придут и заберут. А кто забрал, хотя бы просто отпишитесь, кто забрал, чтоб я знал. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх, тут круто же будет. И с вами был Карандашик, всем удачи, всем пока.